Доброе утро всем. Смотрите, какая у нас тишь да гладь. Божья благодать. Смотрите, какое море. Ни ветерка, ни заторники. Ой. Камера даже фокусироваться не хочет, потому что не различишь, где небо, а где море. Красота. Вообще. А мы на работу идем, как всегда. Как всегда. Зеленый свет нам горит. На светофоре. У нас тут такой вот произвольный светофор для автобусов. Я уже рассказывала неоднократно. То есть сейчас движение туда, но когда светофор загорается, автобус сюда едет. Потому что здесь по другой улице он не может никак проехать. Улицы очень узкие и не предназначены для проезда. Но автобус, правда, маленький, такой на 7-местный. И бесплатный, кстати, потому что у нас сейчас идет, как это сказать, дорогу ремонтируют там, на другой улице пониже, и автобус бесплатный. Проходили недруга Чарли. В общем, на то время, как будут ремонтировать дорогу, по которой обычно поднимается автобус, будет автобус бесплатный для всех. Сейчас туристов нету. Для жителей, скажем так. Туристов-то нету. И пока не предвидится. Смотрите, какая красивая отмазки. Я, знаете, раньше удивлялась, когда смотрела на врачей, думаю, как это отмазки, может быть, марки вот такие остаться, следы. Вон они. Еще какие? Еще знаете, когда в маске много работаешь с феном, такое ощущение, что вот тут все течет. Прям вообще трындец капец. Ужасть. Ну это издержки работы. Да, Чарли? Да? Я уже дома. Я вчера котлетки даже поставила. Ой, поставила, достала пожарить. Сейчас котлетки у меня жарятся. Вот. И помидоры-то жареные, которые вчера сестра дала. Я буду сейчас с ними делать мясо в томатном соусе. А пока ножик точу. Такая классная штука. В Лидере покупала. Так точит классно, вообще шикарно. Вот. А котлетки я вот так обжариваю. Обжариваю, потом добавляю водички. Вот, лавровый лист и прям вот так. Водички, лавровый лист, перец горошком. И оставляю тушиться на медленном огне. И будет такой даже как соус, знаете, очень вкусный. А, это не тут было. У меня там машинка стирается, но погода какая-то у нас, знаете, пасмурная. Мне сегодня вечером идти еще на работу. Лавровый лист никак не достану. Потому что позвонила клиентка. Записалась. И я когда съехала сейчас с работы... Где работаю? Опять контроль полицейский был. И всех въезжающих в город проверяли, что почем и как, и зачем туда едут люди. Несмотря на то, что у нас будет послабление, но каждый мэр своего города может добавить свои дополнения. Как, например, вчера вот гулять и заниматься спортом до пляжа можно. Правительство сказало. А наша Марша подумала по-другому, и чтобы люди не скапливались на пляже, она просто не разрешила нам туда идти. Только вот на велосипедах, ну, кто действительно спортом занимается, а не такие спортсмены, как вот я. Я, потому что не особо, я быстрым шагом хожу. Иногда бегаю, знаете, минуту бегаю, две иду, минуту бегаю. Ну, я же не офигенная спортсменка. Поэтому еще карантин у нас, ого-го, какой жесткий.
Но мне это не особо в тягость, потому что что есть любимая работа. Обжариваем чесночок на оливковом масле, ну или на любом растительном масле. Вот как вот начинает он подзалачиваться, и все, потому что чеснок быстро горит. А горелый чеснок — это горький чеснок. Вот, и потом прям добавляем масло туда, мясо. Котлетки у меня парятся, дарятся. Вот. Да. Мясо поджарилось. Добавляем наши томаты. Томат, либо вот томаты в собственном соку, либо вот такой. Но не томатная паста. Либо просто самим сделать томаты, натереть, пережарить. И вот. Я еще варю себе пасту, спагетти отварю. И будет вот соус такой. Но это больше даже мужу. Он потом яйцо жареное сделает и будет вот так есть. А я хочу спагетти и с котлетками. Ну, добавлю тоже этот соус немного. Сейчас специи добавлю по вкусу. Орегано обязательно сюда нужно. Вот. И вот так готовим до готовности. Вот такая вот еда получилась. У мужа там еще будет сыр, колбаса. Котлетку, может быть, съест. Не знаю. Пиво! Вот так. Всем приятного аппетита. У меня машинка постиралась. А тут дождик. Дождик, 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 дождик. Как вешать? Как-то прям прохладненько стало. Надо дверь закрыть. Да. Нежданно, негаданно. Пойду пошью. У меня там всякие, ну, низ брюк подшить после лета. Одно платьишко есть. Что-то грязно, что ли? Мне так хочется туда прогульнуться. Но нельзя. А вообще, я такая дурак. Чарли Бенька Виене Коч. Сейчас расскажу, какой я дурак. Вообще дурак-передурак. А мне еще удобно. Смотрите, машину оставила там. У нас тоже поставили баки такие для разного мусора, сортировать мусор. Поэтому там что я кружусь. И я как раз сегодня картон выбрасывала. И прям выгрузила. У меня пакет порвался. Бумажный. Все, у меня бумажные пакеты закончились. Раньше из одежды, когда на шопинг ходил, из одежды всегда давали бумажные пакеты. А я потом в эти бумажные пакеты картон складывала. Надо на шопинг идти. Хотя уже все перешопингло. В общем, давай-то. И куда он побежал, на кого погавкать. В общем, еду такая, думаю, оставлю машину внизу, позанимаюсь спортом. Смотрите, какая у нас тут классная панорама. Вот, поднимусь вверх ножками. Вот, такая еду. И что-то, знаете, задумалась о том, как я в понедельник что буду делать. У меня на понедельник клиентка еще одна записалась. Я по понедельникам закрыта. В общем, отдыхаю, типа того. Но она написала: откроешься в понедельник. Я говорю, ну ладно, откроюсь. В общем, в понедельник нарисовалась работа. Вот еду, думаю, куда кофе пойдем пить. Или там подружке позвоню, какой там пиво попить или еще что-то. И вот думаю. И очухалась уже на полдороги, на полгоры. Я уже, в общем-то, забралась на эту гору на машине, представляете? В общем, не заметила, как. Да что такое-то? Чарлин поводок. Не заметила, как. Я на машине заехала на гору. Спорт не удался. Вот. Так я думаю, что такое? Я думаю, блин, совсем забыла. Так вот задумалась, знаете,
И по привычке поеду, даже не сообразив, как доехала. Вот, у меня сегодня тоже после обеда нарисовалась клиентка. Сейчас я ее тоже оприходую. И все. И домой потом, может быть, на пляж схожу. Окольными путями, может быть, разрешат. Вчера полиция стояла, сегодня суббота вроде бы. Хотя погода не очень. Ну, в общем, поживем, увидим. Что я все буду рассказывать, догадать. Святая какая-то. Все, друзья, я очень довольна. Хорошо подстригла и покрасила. Цвет такой. Сама смастерила. Чернинка не хочет. Смастерила. То есть спросила клиентку, какой она цвет хочет. Ну, не именно не карты там, не по карте цвета, а какой именно она хочет. И намешала ей именно тот, который она захотела. В общем, сколдовала. И у нее сложный такой волос, и много волос, и голова сложная. И подстригла прям, знаете, когда довольна, когда хорошо получается, прям так это, гордишься собой. А если мне что-то плохо получается, я потом ночами не сплю. Ну, блин, ищу как бы изменить, чтобы переделать. Дождик капает. Ладно, сейчас пойду домой переоденусь и гулять. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Парк пришли. Здрасте, приехали. На травке. Вообще, все мне многие клиентки сказали, что мой Чарли потолстел. Поэтому надо сегодня его взвесить. Но мне кажется, он такой же, просто лохматый. Я его помыла же недавно. И ничего. Чарли, ты потолстел, что ли, на карантине-то? Грудную клетку наел? Буду убираться. Вот не детское время. Специально же сделали время. Дети у нас с 12 до 7 могут гулять. Специально, чтобы потом не столкнуться с взрослыми и с пожилыми. С 7 до 8 пожилые. Нет же, вот сидит с детьми. Времени ему мало. Целый день гуляй не хочу. Сказать, что жарко, нифига сегодня не жарко. Погода замечательная. Нет, вот ему надо в 8.
в 9:00, когда вот... Ладно. Иду на пляж. Пустят, не пустят, не знаю. Пойду окольными путями. Окольными путями. Поэтому посмотрим. Не пустят, обратно вернусь. Подумаешь, где наша не пропадала. Что-то сегодня вообще никого нету. Странно. Где все люди-то? Все, нагулялись за 2 недели. Спорт наделались и все. У меня, знаете, что от этой маски, от того, что я маски, ну, на работе хожу, брючки какие-то вылазят. Прям вообще. Вот прям именно где вот в маске. Прям вообще кожа какая-то стала непонятная. Именно вот в этой вот части. Может быть, кремом не надо, крем дневной не подходит, или фиг его знает. Но от того, что маска, там дышишь, все это, да, потеет. В общем, да, трындец, капец. Что делать, не знаю. Как это все обезопасить? У вас есть такие проблемы, вот кто маски долго носит? Тоже вот прям, тут прям 2 бдыщика, тут 1 бдыщик, вот тут бдыщик. Везде в бдыщиках. Бдыщик, не бдыщик, бдодинг, не бдодинг. А, бдодавка. Такая вот проблема у меня столкнулась. Ой, с понедельника уже с мужем прикалываемся. Чарли! Не, ну вы посмотрите, а. Какой. За 3-9 земель. Он все... Бинго, бамо! Еще смотрит. Типа, что ты меня зовешь? Прикалываюсь, говорю. Ну что, в понедельник, где будем кофе пить? Он такой, так у тебя же работа. Я говорю, ну так кофе пить не обязательно до с утра. Не знаю, куда-нибудь пойдем. Я говорю, так это шутка была. Он такой, ну да, первые дни что-то как-то страшно. Жим-жим. Представляете, страшно в кафетерии ходить. Я говорю, я в понедельник пойду, проведаю обстановку. Че, почем и как. Вот, а вообще у нас сегодня клиентка была. Она говорит, у меня родственница работает в магазине, в детском. Она говорит, на этой неделе столько, эти, по записи же работали, говорит, столько, как начали все звонить. Типа это, на запись. Я говорю, да, я думала, наоборот, никто не звонит. Говорит, как с ума сошли. Представляете? То есть в понедельник, наверное, все ринутся за... на шопинг, я так понимаю. В общем, поживем, увидим. Так что никто не подписан, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходило оповещание. И будет все окей. Будете знать о все о Испании из первых руст. Да, руст. Русских уст. Вот, как у нас тут и что. А сейчас на море пойдем сходим. Погуляем. Если пустят. А вообще, я не знаю, я одна такая. Вот там идет группа бабушек, которые уже, это не их время. Им уже нельзя гулять в это время. Знаете, мне вот таким вот нарушителям, я такая гадка. Знаете, что охота сделать? Вот так вот прям мимо них идти, вот так сделать. Чтобы они напугались и не выходили больше гулять не в свое время. И не только не при них. Вот кто без масок идет прям, такой деловой, теловой, мне так и хочется перед ними прям так. Есть такие желания, да. А вы думали, я мягкая и пушистая? Ни хрена. Хотя это у меня только все в мыслях. Но так и хочется вот кашлянуть при них. Прям так. Может, когда-нибудь и сделаю. Посмотреть хотя бы на реакцию. Там вот сзади меня полиция стоит. Так что первый контроль мы прошли. Я думаю, что сегодня мы все-таки попадем на море. По этой дороге быстрее доходишь до пляжа, но пляжа здесь нету, потому что мы утыкаемся в порт. Поэтому до пляжа идти еще немного, но уже, как бы, не знаю, как это объяснить. Мальчик, вытащи. Руки из трусов. Неприлично, я тебе снимаю. Там вот видите, а Чарли Адондева? Че, дурак, что ли? Вот нам вот так идти, потому что по той линии пляжной находится порт. И там какой-то парусник красивый стоит. В туман. Вот спортсмен, видите?
сел на этот, как он называется-то, господи, все время забываю. И спортом занимается. Нажми на кнопку, получишь результаты, твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, ну что же ты не рад, к тебе больше не к чему стремиться. Что-то он у него не работает, походу. Самокат вспомнила. Это вот вход в порт, ну... Он всегда был переполнен, потому что отсюда плавают в Марокко. В Африку. В Африку. Но так как сейчас никуда не плавают, никуда не ездят, никуда не летают, все везде пусто. Грустно. Сегодня как-то мало народу гуляет. Вообще, можно сказать, никого нету. Ну вот я и дошла до морюшка. Сегодня оно не особо шумит. Нравится тебе, да? Нравится? Он раньше не любил море, а сейчас прям любит его. Как-то странно. Флаг все так же висит красный. Приспущен маленько. И водичка. Чистая такая вообще. Скоро будем купаться. Ну, через месяц, думаю. Через полтора я уже буду купаться. Пока вода холодная, ледяная. Наверное, не пробовала. Ой. Ой, Засеря. Ты моя Засеря, что ли? Смотрите, какая красота. Небо подсвечивается. Это шикардос. А вот какой у нас закат. Блин, не видно. А вот так лучше, смотрите. Ну, красота же, а. Горячее небо. Класс. Ну, какой закат, правда? У Чарли вон там клиника ветеринарная. Смотрите, как он сгорбатился. И идет такой по стеночке. Чарли, спрятай. Лишь бы не в клинику, лишь бы не в клинику, да, Чарли? Смотрите. Это пураки. Ай. Не. Нет, туда не надо. Вот клиника. Смотрите. Али, мама. Мэнди. Бедненький, не пойдем. Все, не пойдем. Смотрите. Не надо в клинику. Умора. Я уже дома. Сейчас намоюсь. А, нет. Надо мушмалу доесть. Да, я мушмалу. Завтра, наверное, пойду за фруктами схожу. Что-то мне сегодняшняя прогулка так долго показалась. 2 часа всего ходила. Ну, в принципе, как всегда. А что-то так долго прям вообще. Еще вся потная, вся как-то жарко и прохладно одновременно. Одновременно как-то влажность сильная. Поэтому как бы вроде бы как и прохладно, а вроде бы как и нет. Все, приятных вам выходных. Пойду я умываться, переодеваться, отдыхать, монтировать. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!